Никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя. Об этом заявил глава столичного региона Александр Турчин на областной педагогической конференции в Жодино. Обсудить развитие образовательной отрасли собрались около 500 представителей сферы. Это руководители учреждений образования, учителя, ветераны труда, молодые специалисты. Мир становится технологичнее, в ногу со временем должно идти и образование. Чтобы воспитать достойное поколение, в регионе создана и совершенствуется система профориентации. Так, в 15 районах откроются инженерные классы, во всех школах – военно-патриотические. Особое внимание также инклюзивному образованию, ведь учитель для ребенка – это проводник в большой мир знаний. Мне очень повезло в жизни, потому что у меня были очень хорошие педагоги. Меня учили работать, любить детей, любить себя, любить родину и родной город. Благодаря этому я состоялась и стоила 27 лет жизни посвятить такой очень доброй и нужной профессии, как учитель. Я первый раз на конференции педагогической побыл, наверное, в классе 5, когда как ребенок читал стихи учителям. Поэтому традиция длительная, не хочу нарушать, потому что, мне кажется, вот важная очень составляющая встретиться, сверить часы. Значит, это вот, ну, как старт новой образовательной кампании. Во время форума также наградили лучших представителей сферы. Почетных грамот и благодарности руководству области удостоены 20 профессионалов. Нагрудный знак «Отличник образования» вручили 7 специалистам.